Всем привет! В этом видео я покажу классную самоделку из мобильного телефона. Для начала нам нужно найти USB разъем, который выдает 5 вольт. Ранее у себя на канале я уже показывал, как сделать такой разъем. Как видите, 5 вольт есть. Теперь от разъема можно отпаивать провода. Вот это в дальнейшем нам и понадобится. Теперь возьмем шприц и отрежем от него небольшую часть. От шприца нам еще понадобится колпачок и резинка поршня. С помощью сверла на 6 нужно рассверлить шприц. Чтобы шприц не был прозрачным, зашкуриваем его наждачной бумагой. Отступив от верха шприца примерно 2 см, просверливаем отверстие. Теперь в отверстие заводим медную проволоку длиной примерно 30 см. Далее нам понадобится 3 транзистора BC547 и светодиод с резистором на 1 кОм. И все это нужно спаять по схеме, которая показана на экране. Вот так вот должно получиться. Теперь к этому припаиваем проволоку и помещаем все внутрь шприца. Далее на шприц нужно нанести клей, а затем намотать проволоку. Теперь с поршня можно снять резинку и вставить внутрь шприца. К проводам припаиваем USB разъем, белый минус, красный плюс. Вставляем разъем в шприц и заливаем термоклеем. Ну вот, самоделка и завершена. Теперь смотрите, как она работает. Вставляем наше изобретение в разъем от телефона и преподносим к проводу. Если на проводе есть напряжение, светодиод светится. Также с помощью данной самоделки можно искать проводку в стене. Кому видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь им с друзьями. Всем спасибо за просмотр и всем пока!